До чего довели Украину? Сейчас этот хлеб хотят забрать. Понимаете, они украинцев обдирают. Ну, вы говорите о том, что это расплата за оружие и прочее, тут не в хлебе дело. Но это не решение проблем. Проблема глубже. Они ободрали и поставили на колени всю Африку. Пандемия и локдауны, и печатанные, как следствие, денег привели к тому, что пошла эта инфляция. А вот эти конфликты пшеница поставляющих стран, которые экспортируют пшеницу, Украина и Россия, они усугубили ситуацию. Вот в чем проблема. И сейчас все ищут логистику. А где? А как? Я просто смотрю, Гутерреш должен звонить генсеку. Он как раз вот по этому вопросу. Ну, пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не хотим, чтобы в Африке голодали, да не в Африке. Детского питания нет в Соединенных Штатах Америки. Что это за страна? За сутки можно было решить. Но ее надо решать, никто не решает. Везите через Беларусь. Ну, ребята, компромиссы должны быть. Мы вам, вы нам. Почему мы должны искать где-то порты для того, чтобы свою продукцию, в том числе минеральные удобрения, поставлять? Давайте, открывайте порты, будем грузить. Поэтому дело не в зерне. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, в том числе Америка, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема.